каждый сезон ассоциируется у нас с определенным запахом. Зима с морозной свежестью, весна с ароматом садов, лето с разнотравьем. А чем пахнет осень? Кто-то скажет осенней листвой, для других это аромат костров. Для меня осень пахнет арбузом, вареной кукурузой и тыквенными семечками. Это запахи еще из детства. А еще это запах уюта, когда можно спрятаться под теплый плед, который заботливо укутает меня любимый. Он приготовит чашку чая со сладким сюрпризом, и мы будем вместе дышать запахом осени, смешанным с ароматом чая и ванили. Гость моей программы может рассуждать об ароматах бесконечно, ведь он не только умеет их вдыхать, но и создавать. Денис Хотас всегда был творческим человеком. С детства занимался музыкой, архитектор по образованию. Новую область применения своих дарований Денис неожиданно обнаружил после похода по магазинам. Однажды посетил магазин парфюмерии, где увидел совершенно отличные от общепринятых запахи. Решил этим заниматься. Вот и все остальное мне перестало быть интересным очень быстро. Обучался я с помощью консультаций, то есть это частный характер обучения. Все мои наставники, которые мне так или иначе близки по характеру, мне говорили, что самое важное здесь искать свой почерк. Потому что парфюмер ценен тем, что он может придумать что-то новое. Молодой человек принялся осваивать загадочный и неизведанный мир запахов, чтобы создать свой неповторимый аромат. И Денис с этим неплохо справляется. Набив руку, он обзавелся собственной студией и почитателями своего таланта. Для того, чтобы сделать духи, которые бы еще понравились человеку, нужно еще, кроме того, чтобы придумать что-то для него, понять, что ему нравится, чем он интересуется. И все это выражается в какой-то цельный образ. Индивидуальные духи, когда они создаются, начинаются обычно с теста. Это такой процесс довольно длительный. 2 месяца хорошие духи можно делать, можно больше делать. Но, к сожалению, чем выше искусство, тем меньше у него истинных ценителей. Есть один нюанс по поводу развития дела. Зародить доверие к украинскому продукту – задача нелегкая, но провожу мастер-классы, даю интервью, пишу разные обзоры. И это позволяет людям по-другому посмотреть на выбор ароматов, по-другому посмотреть на парфюмерию в целом. Денис – самый молодой украинский парфюмер. Ему всего 24. И ему не занимать амбиций и энергии для их воплощения. Теплится надежда. И однажды там, наши украинские женщины смогут пользоваться украинскими духами и намного лучшего качества, чем некоторые современные французские модели.